Я бы хотела, чтобы у меня был папа. Связь с родителями. Я, наверное, бы ходила на кружки, которые я бросила. Я бы, наверное, больше занималась. Наверное, я бы хотела почаще ходить в детский садик, потому что в детстве... По-моему, в детстве мне не нравилось ходить. Я больше проводила времени дома, но затем я вот выросла, пошла в начальный класс, и я заметила то, что многие одноклассники знают друг друга там с детсада. Многие лучшие друзья выходят из детсадов. Я такая, блин, может, тоже стоило почаще ходить и знакомиться с людьми, наверное. Я больше бы проводила время с бабушкой, и каждое лето бы ездила к ней. Но, во-первых, я считаю, что чужой человек просто так совет не должен давать. Если бы этот подросток захотел услышать от меня совет, то, наверное, придерживаться здорового образа жизни. Чтобы он услышал себя, и если они, ну, вдруг родители дают совет или кто-либо его знакомый, то нужно сначала все взвешивать, и потом нужно этот вывод делать. Больше учиться. Я бы сказала ему или ей: верь в себя, у тебя все получится. Блин, да. Хотя ради. Блин, время, когда не совершишь. Ого, когда эти витры тугора. Там Джон Рунвас, Тиллерен и Стеллерен Хомапатурн. Наверное, вообще я всегда использую фразу: лучше сделать и пожалеть о том, что ты сделал, чем не сделать и жалеть о том, что ты бы мог это сделать. Но я сама не из таких людей, наверное. Потерпеть неудачу. Потерпеть неудачу, чтобы развиваться дальше. Ну, лучше, наверное, как для опыта потерпеть неудачу. Да, да, хуже не попробовать, лучше попробовать и неудача. Потерпеть неудачу. Так и не попробовать. В 17-летнем возрасте подойти к мужчине старше себя и познакомиться с ним, а потом выйти за него замуж? Много. Красотяном брав, не забыла это. А только не там, а перед тем, что мне хап, мигин тугу не надо. Я вообще, он кисер дальше. Ой, не знаю. Слишком много. Наверное, это то, как мы за месяц с друзьями решились и резко купили билеты в Южную Корею и реально полетели летом. А то мне в школе это было. Ну, первокурсники, да. Она мне танхала, вообще реально кальбида. Он на безумный день. Безумного нет. Брата задуманный, обдуманный, осознанный. Так, суперспособность. Ох ты ж, я же фанатка Марвела, но сейчас даже такого ничего не приходит на ум. Но, наверное, исцелять людей. Читать мысли. Телепорт. Телепорт? Однозначно телепортация. Потому что мы же очень много времени тратим на транспорт, да и деньги тоже. Вот, на такси, на автобус. Я бы хотела спокойно щелчок пальца и оказаться дома или в нужном месте. По времени гуляй. Телепортация. Наверное, каким-нибудь нейрохирургом. Врачом? Моргенштерн не было, я тоже буду, я не покажу. Не вижу смысла становиться кем-то на один. Наверное, каким-то иностранцем, скорее всего, из англоязычной страны. Я сама изучала английский язык, но никогда не была в англоязычной стране и хотела бы посмотреть, как они живут, как они общаются, и вообще послушать настоящую речь на английском языке. Барак Обама? Ох, Месси ведь? Шварценеггер. Мужчина, который играет Аквамена. Как его звали-то? Джей Пак. Трэвис Скотт.
с Анджелиной Джоли? Скорее всего, это был бы певец из южнокорейской группы. Его зовут Ким Тэхён, получается, и я бы хотела с ним поужинать. Но у меня есть такой ломаный корейский, так что, в принципе, мы бы с ним пообщались. Тот же месяц. Леонардо Ди Каприо. Ну, там, где военные действия, скорее всего. Ну, например, вот сейчас, если бы меня позвали на Украину, я бы побоялась. Или же Афганистан. Сочи и нефтерзор Брамада. Ой, он не там, где там, хоп, дигина. В России, конечно. Это, наверное, Австралия, потому что я боюсь насекомых, я не люблю их, а они там везде. Индия? Из-за их танцев и не... Ох. Сирия. Навсегда я бы не хотела из Якутии никуда переезжать, но как сейчас вот очень стало модно, скажем так, да, на холодный период, я бы ездила, конечно же, переживала бы зиму в теплых краях. Например, в Таиланде. Мне там очень нравится. Сеул, Южная Корея. Казахстан. Наверное, в Корею. Или в Южную Корею на короткий срок. Потому что мне там климат не понравился, но сама страна очень притягательная. Или в какую-нибудь англоязычную страну. Там по типу, скорее всего, в Великобританию. Испания. Швейцария. Ну, предположим, например, очень много денег, да? Но я бы, конечно, обеспечила бы безбедную старость всем своим родным и близким. Но и благотворительность бы, наверное. Но нет, сначала бы я бы своим родным и близким, потом какой-нибудь бизнес, который приносил бы мне доход пассивный, а потом уже все остальные деньги я бы потратила на благотворительность. Купила бы квартиру и участок, построила бы дом для себя. Часть денег дала бы родителям, чтобы осуществить своих мечтов. Родным помогу. Я бы уехала. Вложила бы куда-то, как в банк, на накопление, на накопительный счет, или как это называется. На некоторую часть я бы купила бы в городе дом большой для всей моей семьи. Я бы еще отучилась бы на права, купила бы машину. Ну, все такое стабильное и по некоторым хотелкам получается маленьким. Это, конечно, бытовой доктор. Это машина, где и тулавит. Сериал с Томми Дэй, Бэмспна. Это и про своих друзей. Ну, половину раздала бы нуждающимся, половину там, себе, родственниками. Ну, наверное, не дату, это нет. Нет, не дату точно нет, потому что это глупо, мне кажется, готовиться к смерти. Дату точно нет. А вот примерно, то есть доживу ли я типа до 70 лет, то вот это бы да, а так нет. Ай, когда? Программа, она не помогла. Нет. Нет. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь, так что нет. Лучше не в ведении делать. Нет.